Первые плоды. Антон Виноградов, министр по инвестициям Бурятии, предложил развивать цифровую экономику. Отныне любые отношения в системе производства, обмена и потребления должны полностью перейти в виртуальный режим. Помочь в таком нелегком деле призвали экспертов из Москвы. В целом нужно двигаться к тому, чтобы описать возможности, так скажем, области по геологии, по производственным предприятиям, все, ну, вот, что есть в регионе, и показать это миру, ну, то есть, как бы, миру, другим регионам, и наладить некую кооперацию, тогда будет рост. А иначе просто если все, ну да, есть электронная очередь, а роста нет. Помимо перехода в онлайн, одна из первостепенных задач на сегодня – это создать в республике масштабный технопарк в сфере развития высоких технологий. Он позволит умным ребятам, которые закончили здесь высшее учебное заведение, не уезжать за пределы республики, а здесь осуществлять сборку компьютеров, здесь осуществлять написание программ по информационной безопасности. Это аккумулирует валовый региональный продукт на территории республики. И, конечно же, это позволит облегчить качество жизни людей скоростью. Пока программа лишь на стадии обсуждения. Эксперты разрабатывают правила и механизмы будущего развития. Кроме того, Бурятия может стать пилотным регионом России. В этом случае без поддержки федерального центра мы точно не останемся.